Ну вот смотрите, вообще с АвтоВАЗа, когда я машину покупал с автосалона, ну ТО я сразу говорю, я не проводил. Все ТО я делал сам всегда. И заводской, так бы скажем, ну, не то чтобы брак, недочет, когда едешь по трассе, то есть руль держишь прямо, чтобы машина шла прямо, вот у меня руль не в таком вот положении находится. Он находится примерно вот так вот. Ну, что в этом деле нам поможет, как говорится. Конечно, можно развал-схождение сделать, но я сомневаюсь, что работники на сервисе сделают руль вот так вот, как на Лексусе. Такого точно не будет. Поэтому нужно нам вот эту вот эмблему сейчас снять. Руль попробовать тоже снять. Бывает, так его закручивают, что это очень проблематично. У меня на семерке руль я так снять и не смог с завода. Хотя на семерке была такая же проблема, только, по-моему, влево вот так вот было. Там что-то я делал, делал, так все и осталось. Сейчас она в гараже стоит уже 20 лет, блин. Ну, ладно, не суть. Короче, сейчас эмблему снимаем, попробуем гайку там открутить. И руль на один зубчик влево переместить. Все, эмблему сняли. Гайка там, гайка какая. Дай угадаю. Либо на 17, либо на 19. Так, чтобы у нас при снятии руля у нас запомнить, надо же как-то пометить, чтобы ничего не перепутать, потому что когда руль вы снимете, вы точно его не сможете удержать в том положении, которым он был ранее. Сейчас что-то надо думать. Ну так-то я нормально загнул гайку на 17, на 19. Ой, старый стал вообще. С глазомером вообще худо. Короче, здесь головка идет на 24. Все, откручиваем. Гайку откручиваем, вот так вот руль между колен. И можно поставить еще на блокировку. На противогонку, так называемую. В принципе, гайка открутилась без проблем. Посмотрим дальше, как мы руль будем снимать. Гайка, естественно, упала вниз, поэтому вот такой вот магнитик, как всегда, должен нас выручить. Видите, как просто все замечательно. Ну, что-то гаечка-то какая-то, я смотрю, гомосяцкая какая-то. А, она, смотрите, она с фиксацией резьбы идет. Видите, пластиковый. По идее, если возвращать гайку обратно, руль потом фиксировать, гайку нужно новую. В идеале. Но я, конечно, этого делать не буду. Может, какой-то... У меня фиксатор резьбы где-то был. Или, может, клей добавлю, чтобы она не разбалтывалась. Ну, вот так вот пометил. Криво, конечно. Сразу видно, что криво. Но вот если вот верхнюю точку, вот, которая вот сама не на оси, а на самом руле, она чуть-чуть влево, большая точка. Вот видите, самая верхняя. То есть ее мне надо еще левее сместить. Ну, соответственно, сделал фотографию, чтобы свою вот эту кривизну зафиксировать. Попытался руль снять, снять не могу. Ну, сейчас попробую еще делать. Но сразу хочу предупредить. Очень много случаев, когда вот так вот тянут, тянут на себя, потом руль выскакивает и прям в зубы. Ну, конечно, желательно использовать капу боксерскую, да, какую-то, блин, может даже подушку между собой положить, животом и рулем, чтобы, ну, в общем, я не знаю, короче, что-то думайте и очень осторожно с этим рулем все-таки. Я вообще подозреваю, что должны быть специальные съемники. Блин, вообще получится мне его дернуть, не получится. Ну, блин, будем учиться, ладно. Ну все, руль снял. Просто тупо голову отвернул к левому стеклу. Потянул, так чуть-чуть вот так вот подергал, и руль снялся нормально. Почему мне на семерке он не снялся? Ну, тогда в 90-е делали. Может, сейчас 2000-х просто гайку до конца не протягивает, и все нормально, чтобы руль снять. Но вот видите, вот сразу видно, что на один зуб влево руль я сместил. Сейчас гайку, вот, наверное, вот на такой клей на момент у меня валяется. Гайку вот здесь вот смажу немного клеем и очень хорошо затяну. Но в любом случае должно получиться. Поезжу, посмотрю. Может быть, надо будет в дальнейшем и два зуба сделать. Сейчас я сказать вам не могу, надо просто проехаться. Но в любом случае должно быть лучше. Вот так вот. Так, ну что,
Дальше, я думаю, смысл вам рассказывать ничего. Я как гайку затягиваю, как эмблему обратно ставлю. Думаю, смысла нет. Ну, в общем, вот такие вот мои советы в плане того, чтобы руль после рукожопа с автоваза выставить прямо. Все, всем пока, удачи и мирного неба вот такого вот голубого над головой. Все, пока. Ну, в общем, смотрите, попрощался с вами, конечно. Ну, в общем, бесполезно. Вот, еду прямо, руль чуть-чуть влево. То есть, перемещение руля на один зуб не помогло в решении проблемы. Получается, только сход-развал делать, может быть, так. А может быть, это просто бесполезно. Это же АвтоВАЗ. Ну, все, ладно, все, теперь пока.